Привет, прогрессивный народ. Это истинный следователь. Сегодня я потестировал еду. Это яйца. Купил в карусели в Новограде. Категория C0. То есть это самые большие. Фабрика Симовская. Володарск. Весь яйцо должно от 65 до 74,9. Так, и решил я их взвесить. Вот. Маркировка Сима С0. Весы. Шестьдесят три, 64. Меньше. С0. Блин, посередине стараюсь. 64. Может быть, надо не тарелку. Так. Берем. Так. А, блин, не то. Так. Штаб 3. Да не катайся. Да, 63. Шестьдесят два. Это вообще и по виду видно, оно маленькое такое. Вот, 7 и 0. Видите, я вас не обманываю. 7 и 0. Немножко видно тоже, что С0. 5 штук, половина обманных. Конечно, они не сильно отличаются, там не самые эти С2 обставили, но все равно, почему обман? Ну, то есть я понимаю, почему обман. Это потому что такое государство воровское, где все должны обманывать бесконечно друг друга. Вот, поэтому это государство нужно и сносить, и строить справедливое государство. Ну, модернизировать только не нужно это государство. Вот, может быть, я в чем-то ошибся, я не знаю. Но вот так вот получается. В основном, я думаю, так и есть. Мошенничают все кругом. И смысла работать нету. То есть, как бы, да, понемножку стоит работать, но как там смотрел я ролик на завод, тракторный завод, там они поднимают, ничего в этом государстве преступно-воровском ничего тут не поднимешь. Даже яйца вон пропихивают С1 под С0. Ну, это все. Пока. Это был истинный следователь. Сейма. С0. Меньше, чем 65 грамм. В общем-то, я это и подозревал.